Добрый вечер. Весь день 23 ноября в Латвии будет пасмурно. Облачность почти без прояснений ожидается на протяжении всей пятницы. К ночи на севере страны прогнозируются дожди. Температура воздуха предстоящей ночи составит от минус 2 до плюс 4 градусов. Во второй половине дня столбик термометра будет на отметке от 0 до плюс 4 градусов. Ветер завтра весь день будет слабым. Теперь о погоде в Риге. Последний рабочий день в столице будет пасмурно. Температура воздуха ночью составит от 0 до плюс 2. Днем потеплеет лишь до плюс 3 градусов. Ветер западного и юго-западного направления будет слабым. Медицинский тип погоды второй благоприятный. И о погоде на этом у меня все. Приятного вечера и до свидания.